я сейчас тут еще поснимаю. Ну, а как вы считаете, дорогой Андрей, что же это искусство обозначает, этот экземпляр искусства? Весь мир. Это вся вселенная. Дальше пошли смотреть. Это просто обалденно, красиво. Посмотрите, как четко нарисованы цифры. Это для тех, кто плохо видит. Да, то есть тем самым автор подчеркивает социальный аспект своего творчества. Мол, в мире много слепых, обратите внимание. Да, и шкала даже, градация обозначена. Градация слепых? Градация. А посмотрите, как красиво оформленный зал. Колонны. Где вы сейчас увидите такое количество колонн в одном зале? Это тоже, я вам хочу сказать, часть творческого авторского замысла.